Добрый день. Расскажу об экскурсии в Крымские пещеры, на которую я поехал из Щелкино в конце сентября. Ехать было очень долго, 5 часов в одну сторону, 5 часов в другую сторону. Посетили две пещеры, Мраморная и Мамонтовая, или как ее еще называют по-крымско-татарски Эмине Баир Хосар. Обе очень красивые и каждая по-своему интересна. Сначала посетили Мамонтовую, потом наоборот, сначала посетили Мраморную, потом Мамонтовую. Ну, в общем, провели где-то по часу в той и в другой. В пещерах холодно. Наверху выдают куртки бесплатно из гардероба общие. Ну, у меня была своя, поэтому я обошелся, а наша группа брала куртки, и мы ходили по залу. Значит, зал чем интересен? Вот эти обе пещеры – это русло подземной реки. Это когда-то пробила здесь путь вода. И, в общем, в процессе пробивания образовались фигуры такие, вымывания, которые покрылись кальцием. Это не мрамор, это кальций, кальцевые отложения. Ну, они придают вид мрамора. Появились причудливые фигуры, которым фантазия может придать сходство с различными предметами и обстоятельствами. Ну, тут можно вот голову, например, увидеть вот такую. Это, кажется, называется белый спелеолог. Вот она же. Там где-то есть замки, башни, орган. Ну, в общем-то, неважно, на что это похоже. Каждому фантазия рисует свое. Опять белый спелеолог. Каждому фантазия рисует свое, а сама атмосфера. Атмосфера, вот эти залы огромные под землей. Минимальная глубина от поверхности земли 30 метров. Максимальная 140 метров. И эти огромные пространства. Там есть такой зал с каменным хаосом. Просто глыбы валяются. Конечно, работа здесь проделана огромная с спелеологами, сделаны проходы, лестницы, перила. Даже представить сложно, как это все можно было осуществить в техническом плане, сколько бетона залили, чтобы туристы могли ходить безопасно, сколько понадобилось работ, и все это надо было сохранить, сделать очень аккуратно. В общем, работа проделана огромная. Но зато теперь ходить там одно удовольствие. Все освещено, подсвечено, все очень красиво. Очень красиво. Самые ценные места подсвечены, другие затемнены. Хотелось бы видеть, конечно, в одинаковом свете и то, и другое, но, видно, так не получается. Мрамора вообще в Крыму нет нигде. Не только в этих пещерах, его нигде нет. Это отложение кальция. Ну, примерно как в Турции. Памуккале, там тоже отложение кальция на горных породах, там тоже мрамора нет. Ну и здесь то же самое. Ну, создается полная иллюзия того, особенно при подсветке, полная иллюзия того, что это мрамор действительно. Беда пещеры, как сказал экскурсовод, это вот зеленые пятна, которые проступают иногда, они уже были, и вот сейчас еще дальше будут поверх этих кольцевых отложений, это плесень. И никто не знает, как с ней бороться. С ней как-то борются, чем-то брызгают ее, но помогает слабо. И возможно, что в конце концов плесень когда-нибудь съест эту красоту. Но пока она еще есть. Вот видите, там перила. Экскурсант фотографирует. Есть какой-то там зал с шоколадными фигурами. Ну, то есть вот замки. Значит, сверху свисают сталактиты, снизу навстречу им растут сталагмиты. И когда они соединяются, это, в общем, такое знаменательное событие. Но для того, чтобы они соединились, проходит много тысяч лет. И экскурсовод рассказал одну историю, когда вот соединились сталактиты и сталагмиты, там уже почти... Вот плесень, кстати, зеленая, вот в верхнем левом углу. Когда уже соединились почти сталактиты и сталагмиты, там оставалась одна капелька, она вот капала. Один из экскурсантов взял и сломал все это. И когда его спросили, зачем же ты сделал это, он говорит, я хотел быть последним, кто это увидел. Ну вот вандал такой. И что интересно, его не стали привлекать к ответственности, ну то есть, ну как, ну не бить же его там. А спелеологи не захотели с ним возиться там по судам, да и толку, он уже сломал красоту, которая там 20 тысяч лет формировалась. Тут пришел один хам, скажем так, и все это порушил. Ну есть такие люди, да, во всех музеях мира бывают такие.
истории. Мраморную пещеру посещал Депардье. Его привозили сюда на экскурсии, когда у него был период любви к России, когда он купил виноградник в Крыму. Потом он уехал во Францию, а в эту пещеру его привозили, чтобы показать эту красоту. Ну, тут, конечно, что фантазия нарисует. Да, вот здесь прекрасно видно объем работы, там забетонировано, ступеньки, все как положено. Сталагмиты снизу растут. А сверху капает вода по капельке. И так вот откладываются эти наслоения, кальций формируется, оседает, оседает, оседает и потихоньку движется вперед. Но это проходит тысячи лет, пока они соединятся. А еще был очень интересный момент, когда в огромном зале экскурсовод выключил свет и сказал: «Слушайте». И мы слушали, как падают капли. Внезапно слух обостряется, и слышно по всему залу, как падают капли. И это, в общем-то, потрясающее зрелище. Аттракцион, я бы сказал, не зрелище, потому что ничего не видно. Кромешная темнота. И слух обостряется, и эти капли там, 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 они прямо звучат как музыка. И экскурсовод рассказал, что если спелеологи остаются на несколько дней в этом зале, без света, остаться на несколько дней, то начинаешь слышать то, чего нет. То есть голоса, которых в реальности нет. Но тебе кажется, что кто-то разговаривает рядом с тобой, какие-то звуки производит. А это просто фокусы организма. В абсолютной тишине, когда звуков нет, то организм сам придумывает себе разные звуки, которые отражаются в мозгу. Вот опять сталагмиты. Вот, вот видите, вот срослось сталактит со сталагмитом. Они встретились. Вот мозг придумывает звуки, которых нет. Ну, некоторые могут приписать это за счет мистики какой-нибудь. Вот прекрасно видно коридор. За счет какой-нибудь мистики, но в мистику я не верю, в потусторонние силы тоже не верю, поэтому это происки высшей нервной деятельности, я так думаю. Ну, снимать, конечно, для съемки не самые лучшие условия. Да, а вот это уже Мамонтовая пещера. Здесь 30 тысяч лет назад упал через провал с поверхности мамонт, и вот остался его скелет. Обратно он уже выбраться не смог, потому что высота 16 метров, и это был мамонтенок. Вот он, видно, этот провал. Выбраться обратно он уже не смог, и так тут и остался. Там еще дальше есть скелеты оленя, еще некоторых других животных. 30 тысяч лет назад или 40 тысяч лет назад. Ну, в общем, было такое время. Это вот уже олень. Олень, там вот видно череп с рогами. Тоже огромный олень, не такие, как сейчас. Это Мамонтовая пещера. Ну, в общем-то, по красоте они одинаковые. Мраморная и Мамонтовая. Поэтому вот здесь четко на фотографиях, я уже не помню, где какая, но на фотографиях разделить их трудно. Вот сам провал этот. Такая произошла трагедия с мамонтенком. Был он небольшой, где-то так, ну, подросток. Весил 2-3 тонны он весил. Ну, по мамонтовским меркам это подросток. Вот так он здесь погиб. Здесь же красноватые отложения. Опять люди фотографируют. Тяжело фотографировать, надо иметь очень хорошую оптику или включать весь свет. Я видел снимки красивые этих пещер. Очевидно, там фотографы просили включать вообще все, что у них есть, тогда получаются красивые съемки. Но я снимал в обычных, поэтому не очень четко все видно. Но, в общем-то, основной, да, вот провал опять. Уже видно поверхность. Но основную красоту передает. В общем, кто не боится дальней дороги, я советую съездить на эту экскурсию. Потому что 5 часов это вот с детьми, наверное, не стоит, а взрослые вполне могут. Сначала едет автобус до Симферополя, потом поворачивает на Алушту, минует село Перевальное, потом поворачивает опять уже на плохую сельскую дорогу, по которой очень сложно ездить, ехать и там разминуться негде. И уже по этой сельской дороге еще достаточно долго времени едем. И, наконец, добираемся до пещер, которые находятся на плато Четердага.
в полутора километрах друг от друга. Сначала идет мраморная, потом мамонтовая. Вот эти наплавления. Тут говорят, уже прошло, я не успел сказать, там есть похожий на орган, на трубы органа, там еще на что-то. Ну, в общем, кому что фантазия нарисует. Под каким углом ни посмотри, каждый раз новая фигура. Возможно, вот это орган. Ну, а вот здесь уже как вроде роспись какая-нибудь старая, рукой природы сделанная. В общем, стоит посетить эту экскурсию. Не надо пугаться дороги, потому что, ну, Крыму это единственное место такое. Вот проход в скальной породе. Есть в мире, конечно, пещеры и покрасивее, но туда надо еще добраться. А здесь вот оно под рукой. Вот зал огромный. Вот здесь выключали нам свет, и мы слушали, как падают капли. Кажется, здесь. Да, вон там лестница, ступеньки, обломанные сталактиты. Открыли пещеру, их не так давно открыли. Мраморную пещеру открыли в 1987 году. Ну, тогда же и Мамонтовую, очевидно, тоже. Хотя по названию она вроде бы как давно должна существовать. Поэтому они и сохранились, потому что те пещеры, которые пооткрывали раньше, там Тысячеголовая есть, вот опять белый спелеолог, это мы уже обратно идем, Тысячеголовая есть, Красная пещера, там уже, конечно, они пострадали от наплыва посетителей, а эти сохранились идеально. Прям каскады, вот посмотрите, вот, известковых отложений тут. Все это формировалось тысячи лет, десятки тысяч лет. Еще мы прошли не весь маршрут, нам фирма, которая нас возила, нам сократила маршрут, потому что часть экскурсантов пошли еще дальше в другие залы, а нас почему-то развернули. Ну, в принципе, час под землей это достаточно. Или вот в этом зале нам выключали свет. В общем, зал был огромный. А вот здесь провалилось подземное озеро, там видно вот границу, которая разделяла. Там раньше стояла вода, ну это было давным-давно. Сталактиты и снизу, и сверху, со сталагмитами колонны. Колоннами такими стоят. Тоже красивое место. Экскурсия близится к концу. Сейчас пойдем наверх. Еще раз скелет оленя. И вот там видно хорошо это отверстие, через которое он упал. Представить только еще не было никакого, никогда. А вот провал этот сверху видно, через который животные упали. Он огорожен, чтобы люди не пострадали. Вот четвердак сам. А вот мы находимся сейчас на нижнем плато четвердака. Конец сентября, уже довольно ну, не то чтобы прохладно, но так уже свежо. Вот четвердак. И все, на этом экскурсия закончилась. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Леонид Рудницкий. Спасибо за внимание.